Хвойный лес посреди проспекта Менделеева. Жители дома номер 23 получили подарок от депутата Законодательного собрания Омской области Константина Ткачева. 12 молодых сосен должны создать атмосферу свежести и защитить местных жителей от вредных выбросов, которые часто накрывают нефтяники. Наш репортаж. Этот двор как украшение проспекта. Сюда приходят с соседних домов, чтобы посмотреть на придомовую красоту. Все получается, когда за дело берется председатель совета дома Надежда Голикова, говорят жители. Идеи совместно обсуждаются и также совместно реализуются. Мы ночь не спим, как говорится, план разрабатываем. Утром встали, лопаты взяли, тяпки взяли и пошли работать. Нам очень, женщинам, но это все занимаемся уже, как говорится, женщины в возрасте. Молодежь стараемся привлекать, но, увы, никак. Поддерживать двор в порядке непросто, говорят люди. Уход нужен ежедневный. А еще хочется, чтобы зелени вокруг было предостаточно. Поэтому и обратились к своему депутату с просьбой о помощи. И вот результат. Вместе они и облагораживают территорию. К сожалению, комфортная городская среда не заходит на территорию Советского округа вот в том объеме, в котором хотелось бы. Да, проспект Менделеева заасфальтирован, но хочется, чтобы красота была во дворах именно. Поэтому нужно озеленять, нужно высаживать деревья, нужно делать эту среду, дворовую среду комфортной. Поэтому такая инициатива граждан, жителей дома, конечно, она ценна для меня, как для депутата. Она ценна, потому что люди заботятся о себе, о своем доме и о своей придомовой территории. Мы будем всячески этому помогать и содействовать. 12 сосен уже через пару лет должны превратиться в главное украшение двора. И красиво, и полезно, и приятно. Мы живем в этом доме и чувствуем себя здесь хозяевами, по-хозяйски все обустраиваем. То есть комфортно жить нам, нашим детям. То есть чисто, уютно, спокойно. То есть сами отвечаем, скажем так, за свою комфортную среду обитания. Нам помогают, мы благодарны. Коммунист выслушал предложение по улучшению территории в этом микрорайоне. Работы много. К примеру, требуется создание пешеходной зоны вдоль всего проспекта. Микрорайон большой, и безопасность проживающих прежде всего. Дорога здесь проходит, магистраль. Здесь и легковые, и грузовые, очень много транспорта ходит. И у нас нет санитарной зоны. Старые тополя уже выходят из строя, как говорится. Вот старые уже, нам нужно новые садить, насаждения. Дороги, когда чистят, у нас, значит, с дороги все сюда отсыпают соляно-песчаную смесь вот эту. Тополя, ну, портится, так сказать, все. Так что нам нужно, вот эта санитарная зона нам очень нужна. Мы бы очень хотели, чтобы нам за домом сделали вот какую-то дорожку и какую-то аллею, чтобы было очень хорошо. Все-таки проспект Менделеева, а страшно смотреть. Озеленение придомовой территории также имеет свой план. Весной и осенью высадки насаждений продолжатся. Алла Левина, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.